назначить и пригласить к микрофону, да, к выступлению лидера, который являлся одним из трех лучших по итогу 2016 года в части номинации «Лидер года в Центральном регионе». Да. Это лидер, которая была в номинации, была номинирована, но пока не победила. Уверена, что в текущем году будет не все условия для того, чтобы одержать победу. Да, это лидер, который ежегодно закрывает новое звание, и это уже стало определенной традицией. Это лидер квалификации старшего золотого директора. Встречайте, лидер города Кременчуг, золотой директор Ирина Духова. Ирина, я сейчас передаю вам права докладчика. Вы сможете включить микрофон и начинать свое выступление. Ирина, было приветствовано. Добрый день. Видно, слышно меня, да? Видно, слышно, хорошо. Рада сегодня всех приветствовать. И рада буду поделиться своими планами, да, и как мы планируем работу вместе со своими партнерами. И у меня будет тема такая сегодня, да, планирование на каталог номер 3. И с помощью всех программ, про которые я рассказывала только что Аня, да, как мы будем достигать цели, используя все акции, программы и именно праздничный каталог. И, но для начала немножечко расскажу о своей истории. Да. Я пришла в компанию Oriflame, в этом году будет 5 лет, как я в компании Oriflame. И хочу сказать, зарегистрировалась в 2012 году, но активно начала работать в 2014 году с помощью системы работы в интернет. Была обыкновенной мамочкой в декрете, да, вот моя немножко история. Сама учитель младших классов в школе так и не работала. Заканчивала второе высшее образование, это по специальности экономист. Немножко проработала в банке, перспективы не увидела. И пошла просто работать официантом в кафе-ресторане, где проработала 7 лет. Там имела более-менее свободный график, хорошую зарплату. И от меня многое зависело. Когда ушла в декрет, уже начала задумываться, чем буду заниматься, да, и как раз в декрете меня знакомая пригласила в компанию Oriflame, и я начала действовать, да, ну, спустя 2 года. Сначала я только разбиралась, но потом в 2014 году начала активно действовать, да, и вот немножечко моей истории уже с Oriflame, да, 10 июня 2012 года это была регистрация. В августе 2014 года был мой уровень 9%, и именно в августе 2014 мы начали работать с помощью сети интернет. И хочу сказать, усилили просто максимально рекрутинг с помощью интернета, и ровно с августа по февраль, за полгода, было открыто звание старшего менеджера. В июне благополучно закрыто звание директор, в мае уже через год закрыто 2 новых звания, старший и золотой директор. Сейчас уже открыто новое звание, старший золотой директор. У нас с мужем семейный бизнес. Муж, когда я сделала результат директора и повезла его на банкет директоров, муж присоединился, поэтому если у вас есть такая возможность, повезите мужа на банкет директоров. И у нас семейный бизнес, у нас есть офис в другом городе, да, мы на полгода, да, или на 3 месяца, летом всегда приезжаем, на офисе работаем. Уже с компанией Oriflame посетила 2 банкета директоров, это 2015-2016. Очень много банкетов менеджеров, квартальных форумов, мероприятий, лидерских встреч, и это больше всего именно вот эти живые мероприятия меня больше всего заряжают, это мне нравится, и я на такие мероприятия максимально приглашаю своих людей и возим свою команду. Уже получали премию $1000, $1500, $2000, и очень также большая мотивация – это уже поездки, да, изначально до компании Oriflame я нигде не путешествовала, с компанией Oriflame у меня уже 3 путешествия за границу, да, и сейчас я понимаю, что когда начинаешь путешествовать, очень многое меняется в твоей жизни, в твоем мышлении, и намного больше хочется действовать для того, чтобы все-таки видеть эти красоты мира. И, естественно, дальше будет, это наша история только начинается.
И чтобы все было то, что, да, то, что есть уже у нас, да, и чтобы еще больше было, да, и премий, и дохода, и путешествий, естественно, у нас должна быть цель, да. И чтобы достигать своей цели, нам нужен четкий план, по которому мы будем действовать. Хочу сказать, для меня эта тема планирования очень трудная была, и я не любила никогда вообще ничего планировать, но сейчас я понимаю, что это самое важное, потому что если нету плана, никакой цели не будет достигнуто. Когда мы уже есть у нас план, по которому мы работаем, да, мы имеем инструменты, с которыми мы работаем, мы начинаем четко этими инструментами работать по этому плану, и эти действия приводят нас уже к результату. И то есть вот это основные вот такие, да, составляющие нашего успеха. И этому всему нужно научиться: ставить цели, разрабатывать планы и, естественно, действия. И наша командная цель, да, у меня много целей, да, есть и своих, но, как я уже сказала, меня заряжает, когда такой рост команды идет, да, это наше последнее мероприятие в Киеве, банкет директоров, и когда видишь очень много улыбающихся лиц, счастливых, да, людей, которые достигают чего-то с компанией, то, естественно, хочется продолжать это делать. И цель наша, моя, да, это стремительный рост лидеров в команде. И, естественно, так как у нас есть лидеры, да, кто работает в компании, естественно, у нас есть потребители, кто просто пользуется. И наша задача также, и 80% структуры, это, естественно, наши потребители, и наша цель, чтобы они были довольны, лояльны, да, чтобы они от нас не уходили, и они к нам приходили и приводили еще своих близких, знакомых и родных. Да. Поэтому такие две цели мы преследуем. И вот хочу предоставить мой личный план активностей на каталог, да, можно его скопировать, я не буду, у меня уже на моем уровне очень много занимает работы, это обучение, это разработка каких-то новых инструментов, работа с командой, но каждый день стараюсь выделять на рекрутинг. Если хотите дальше двигаться вперед по карьерной лестнице, рекрутинг должен присутствовать каждый день. И для меня рекрутинг – это уже стиль жизни. Мне не нужно по 12 часов сидеть в интернете для того, чтобы найти человека для регистрации. Да? У меня очень много времени уходит на сопровождение команды, но для рекрутинга мне достаточно пару часов в день для того, чтобы у меня были новые люди. Да? В прошлом каталоге было 23 регистрации личных с мужем у нас и в позапрошлом. В этом каталоге минимум 5 всегда делаем регистрации, потому что хочется пополнять команду новыми личными лидерами. И вот такой вот план. И хочу сказать, этот весь план у меня есть в блокноте, да, полностью весь план есть в блокноте. И в конце, это последний день каталога, списано, что, какие новые уровни, какие новые звания хочется получить, да. И эти все новые звания, какие я планирую, да, они запланированы вместе с директорами, с менеджерами, то есть прописаны, просчитаны тоже с ними. Я дальше немножко покажу, да. Ну, то есть, и все остальные активности уже на каталог прописаны, да. Естественно, это я рассказываю в плане на каталог, но должен быть, естественно, план на год, план на полгода, план на ближайшие 5 лет, да, и отталкиваемся от глобальной цели. Когда есть глобальная цель, тогда мы ее начинаем, как слона, разделять по кусочкам и расписывать план на каждый день. И от этого появляется план на каждый день, и если двигаться по этому плану, да, а не так, что сегодня порекрутировала хорошо, завтра нету настроения, не буду, послезавтра какой-то праздник и так дальше. Если двигаться четко по этому плану, да, отмечать у себя в тетрадке, отмечать у себя где-то в блокнотах, да, что это сделано, и анализировать этот план, то, естественно, будут результаты. Это мой план. Здесь
ну, все активности, которые провожу на протяжении каталога. И хочу сказать, работаем каждый день. Для меня, ну, в воскресенье я здесь не вводила, но для меня нету такого, мы можем работать и в воскресенье. Нам это нравится, это как стиль жизни, да. И хочу рассказать, какими инструментами на каталог будем действовать в этом каталоге, да, какие программы. Очень довольны, очень большая благодарность компании, просто уже разобрали по кусочкам каждую программу, очень много выгоды для каждого участника, для каждого партнера команды, потребителя, ну просто шикарно, все довольны этими программами. И вот перечень программ. Первая программа – это «Пламя успеха» для директоров. Также мы как инструмент используем квалификации на банкеты менеджеров в Одессу или в Киев. Да? И квалификация уже началась, мы об этом каждый каталог говорим, для того, чтобы повышать какие-то новые уровни, чтобы потом в Одессу поехать уже с уровнями, стоять на сцене и, естественно, чтобы дешевле был билет. Программа «Энергия роста» для менеджеров тоже очень долго просили. Суперская программа. Программа «Эволюция красоты» для спонсора. Для спонсора Oriflame Plus. Программа «Эволюция красоты» для новичка. Стартовая программа для новичка. Очень много у нас есть розыгрышей в команде для клиентов и потребителей. Также основными инструментами являются каталоги и аутлет. И тоже классная возможность сейчас в праздничные дни, да, купить еще дешевле каталоги. Тоже компания нам дала такую возможность. То есть это тоже как инструмент. Естественно, как я говорю, да, сейчас все люди идут в магазин покупать подарки на 8 марта. Если ваш магазин закрыт, да, потому что у вас один каталог и он лежит у вас в сумке, то есть это значит, что ваш магазин закрыт и никто в ваш магазин не дойдет. Если купить по скидке сейчас 5, 10, 20 каталогов, естественно, будет больше покупателей в вашем магазине, это товарооборот и это уже достижение новых целей. И сейчас, как начинается наш каталог, да, это у нас планерка самая первая, что это мы планируем с директорами, рост, уровень, да, и работу со своими командами. И для директоров, то есть, ну, начинаем с директоров. И для директоров действует пламя успеха. Что может получить директор, мы тоже разбираем. Если директор не будет... У директора очень классная зона комфорта, он получает зарплату, у него есть команда, он уже... Ну, уже свободный человек, частный предприниматель. И, в принципе, зона комфорта, когда, может быть, хочется просто отдыхать уже на этом уровне. Но у нас нет. Мы начинаем разбирать программы, где еще больше директор может получить от компании Oriflame. Да? И в этом каталоге это планшеты для директоров и 10% от всех бонусов для директоров. И вот на планерке мы тоже... На созвоне, на планерке мы разбираем условия, какой крайний срок, чтобы получить все выгоды. Да? И вот даже для 24-процентника, если он был в первом-втором каталоге на 24, программа «Пламя успеха» действует до 8-го каталога. До 8-го каталога. И самый крайний срок, я здесь прописала планы, да, самый крайний срок, вырастить одного старшего менеджера уже 7-8 каталог. И тогда новый старший менеджер получает планшет. Обязательно учитывать 70 кьюшек, да, и мы разделили на 7 каталогов квалификации, это минимум 10 кьюшек каталог, то есть задача директора это все отслеживать и контролировать, да, ну, естественно, если директор будет тоже приглашать, рекрутировать, то это все очень достижимо, да, и то есть то, что уже старший менеджер, ну, например, там в 4-м каталоге закрывается, это супер, да, но если он до 8-го каталога откроет, он уже получит в 4-м каталоге премию $1000, да, это тоже хорошо, но чтобы получить планшет, ему нужно не расслабляться после 4-го каталога, а 4 каталога еще поработать для того, чтобы воспитать под собой еще нового старшего менеджера. Потому что хорошо, когда ты получил премию, но когда под тобой люди начинают тоже получать какие-то свои
ну, вышел на новый уровень старшего менеджера, естественно, это уже новый частный предприниматель, и тогда это уже больше стабильности. Поэтому с директорами очень тоже частые созвоны, частые планерки для того, чтобы двигаться вперед. То есть такие ухтышки для директоров. И дальше все директора проводим планерки для своих менеджеров и разбираем уже программы для менеджеров. И программа для менеджеров у нас сейчас энергия роста. И я пришла в компанию, когда была первая энергия роста, я получала несколько премий по энергии роста, это было классно. И сейчас я понимаю, как это будет очень классно для наших менеджеров. И вот условия мы уже рассказали, да, Аня рассказывала. Я сейчас, как мы планируем, да, чтобы максимально, чтобы каждый участник максимально получил денежные бонусы от компании. И если вот во втором каталоге наш менеджер был 12%, и просчитываем, да, то есть нам важно просчитать максимум, который мы можем получить. И мы начинаем, да, от того, что нужно в любом случае до 9 каталога выйти на 24%, да, ну, для того, чтобы не оттягивать, а пораньше получить такой план. То есть каждый каталог новый уровень, и это уже будет... Вот через три каталога будет первая премия. То есть для уровня 12% лучше всего стартовать и начать очень активно рекрутировать, потому что есть возможность получить все премии 20 тысяч гривен, получить классные зарплаты и потом уже в 14 каталоге получить и $1000 премии. И плюс, если 12-процентник стартует, чтобы до пятого каталога идет квалификация на банкет менеджеров, получается 15, 18, 21, 3 звания, практически бесплатный билет на банкет менеджеров и поздравляют с 3 званиями. То есть есть очень большой стимул именно сейчас стартовать 12-процентнику, он больше всего получает выгоды, скидки и больше всего премий. Поэтому нужно рассчитать, и в зависимости от этого плана потом каждый человек просчитывает себе активность на день. Да? Если человек рекрутирует 1 час в день, естественно, эта цель отдаляется, может быть, там и после 9 каталога. Но если человек увидел для себя здесь выгоду, что ему это интересно, ему это нравится, он хочет получить это все, мы расписываем как можно больше рекрутинга в день, и расписываем время, ну, человек сам уже расписывает время, чтобы больше рекрутировать и, естественно, прийти к этим целям. И следующее, план для 15-процентника, да, у план для 15-процентника немножко уже премий поменьше, но зарплата уже сразу стартует больше, и есть возможность получить уже $1000 премии раньше, да, и можно растянуть путь до директора на год, на два, на три, да, есть у нас, да, ну, то есть, ну, такие тоже партнеры, которые не стремятся сильно быстро, но с помощью компании, я всегда говорю, если вы сейчас это не сделаете, то после 10 каталога, когда у вас не будет уже стимула морковки получить 9000 премии или 2000 премии, тогда вам еще больше лень будет что-то делать, поэтому лучше сейчас. И для 15-процентника такой план, тоже каждый каталог новый уровень. Можно уже даже в пятом открыть 24%, чтобы бесплатно квалифицироваться на банкет менеджеров. То есть ухтышек очень много. И если человеку расписали этот план, он видит, что только от его активности зависит этот рост. И он будет рекрутировать, если ему это интересно. Идем дальше. Для уровня 18-процентников план у нас такой. Премии можно получить не все, конечно, да, по энергии роста, но... двигаться, получить бесплатный билет на банкет менеджеров, получить бесплатный билет на банкет менеджеров и получить уже в 12 каталоге премию $1000 и, естественно, уже стать успешным человеком вот через 2-3 месяца, да, и это есть стимул также. План для 21-процентника, премия одна получается, да, то, что может 21-процентник получить, но если сейчас поднажать, это и премия, это и банкет менеджеров, бесплатная путевка, это уже в 10-м каталоге премия $1000, это уже зарплаты, это уже ЧП, ну, опять же, очень много стимула, и каждый человек видит выгоду, если он сейчас начнет, то есть по баллам я не расписывала, да, я дальше приведу пример, как сделать прирост 1000 баллов, но по баллам вы все знаете, да, 21% и 24%, 2000 баллов разница,
Но если у 21% уже есть команда, и 15-18% им тоже интересно двигаться по энергии роста, и если совместно собраться 21%, да, активно планировать со своими партнерами, то эти все цели легко достижимы. И для 21% еще одна ухтышка, если он сейчас будет рекрутировать и он сейчас будет работать, он может параллельно еще получить и планшет. То есть, опять же, премии он меньше получает, но он получает банкет менеджеров, он получает премию $1000, он получает планшет, и у него стабильный рост, потому что под ним уже уже есть старший менеджер. Это вот такие вот планы для наших менеджеров, да. И дальше уже каждый менеджер, разобрав свои планы, уже начинает со своими, естественно, новичками, партнерами разбирать их планы, да, то есть и мы показываем новичку его выгоду, что он может максимально получить, если сейчас включится в рекрутинг, включится в работу. И если взять у нас новичок с прошлого каталога или даже с этого, да, то такой план может быть. Для новичка такой план, да, он тоже может получить 20 000 гривен премии. И сейчас в наше время деньги людям нужны. И я думаю, если четко прописать, а не так, ну, когда разберешься сам, тогда и будешь действовать, да. Мы, как лидеры, мы должны расписать план человеку, и он видит, что если он сейчас начнет приводить по 10, 15, 20 человек в каталог, в свою команду, он сможет уже в 10-м каталоге быть частным предпринимателем и получить 20 000 гривен, получить $1000 и получать уже стабильно доход. И, естественно, ему будет хотеться это делать, а не хотеться лежать на диване. И вот такой вот план для 0%-ника, да, для тока нашего нового бизнес-партнера. Если ваш партнер был 6%, у него немножечко быстрее есть возможность дойти к этим премиям. Вот опять же, да. И обязательно это должен быть рост, это не должно быть падений, и тогда новичок может получить все, естественно, все премии. Ну, я думаю, это понятно, я останавливаться не буду, да, план, 5-й каталог 15%, 7-й каталог 18%, и в 9-м каталоге открыть, то есть максимально нужно взять, как Аня сказала, да, если вы в 10-м выйдете на 24%, вы уже не можете претендовать на премию 9 000 гривен, поэтому сейчас лучше расписать себе план действия на каждый день, лучше продействовать эти 9 каталогов каждый день эффективно, чтобы в 9-м каталоге уже открыть звание старшего менеджера и получить еще возможность премии 9 000 гривен. 9 000 гривен, это на обыкновенных работах, это 3 месяца нужно работать день у день, да? А тут вы сколько выгоды еще получаете дополнительно к премии. Поэтому это есть стимул, есть мотивация, и чтобы долго не расслабляться, да, чтобы быстрее и эффективнее включаться в рекрутинг, мы даем вот такой план. Если человек 9%, он уже большой плюс, что он уже разобрался в системе, разобрался в рекрутинге, разобрался в программах, и ему легко просто все время расписать на рекрутинг, и он опять же получит все 20 000 гривен премии, и к осени уже станет частным предпринимателем. Опять же, эти все планы достижимы, я хочу сказать, я начинала стартовать в августе с 9%, и за 6 каталогов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, как раз как наша программа, да, 6 или 7 каталогов, у меня было звание 24%. Именно из-за того, что я начала активно рекрутировать и вместе с партнерами планировали рекрутинг, и у нас еще был стимул, впереди это Египет, да. Без стимула, без морковки труднее двигаться, поэтому именно сейчас все активности на работу, на рекрутинг, потому что, чтобы не упустить возможность получить премии. И дальше уже, ну, не планерка, да, а планирование уже с каждым новичком, да, если у вашего даже партнера получается, у вас получается, у каждого партнера с программой «Эволюция красоты» Орис Плюс для спонсора, да, есть огромная выгода. Я просчитала максимально, да, что может каждый человек
даже если он новичок, только присоединился сегодня, и если он приведет 3 человека по 75 баллов, это прирост. Он их зарегистрирует в глубину. Это большой плюс в том, что он приглашающий спонсор и получает выгоду по всем программам, и получает стабильный рост своей команды, да, потому что эти баллы уже считаются друг под дружку, и это очень классно, и ваши партнеры тоже уже заинтересованы в этом росте. И что получает ваш партнер? 50% скидки, я просчитала, выгода, да, минимум 280 гривен. Парфюмерную воду Love Potion Secrets, это, которая стоит, парфюмированная вода, стоит 800 гривен, да. И сумка из коллекции Бургундии, я посмотрела в интернете, очень много таких сумок, это очень модная коллекция, она очень дорогая, но нам компания дает возможность ее получить за гривну. И, ну, то есть выгода приблизительно 1000 гривен, да, чтобы вам муж не купил сумку за 1000 гривен, вы можете просто здесь пригласить 3 своих подружки, пригласить маму, тетю, куму, просто для того, чтобы каждый человек купил подарки с этого каталога на 8 марта. И вы получаете выгоды в общей сложности до 2260 гривен. Да? Это классная выгода, это деньги вот лежат, возьми и просто сделай, и возьми их, да, это можно на эту схему можно потратить 3 часа за каталог, да, если это даже новый новичок. Он разместил, купил подарки себе, пригласил своих самых близких, родных, они сделали подарки себе, и он уже сколько выгоды имеет. Плюс при таком раскладе, даже если это самый новый новичок, он в любом случае, ну, я здесь написала 150 баллов, да, это для партнера, но если это даже новичок, который разместит 75 баллов, он эту всю выгоду получает. А если новичок разместит еще 150 баллов, он еще дополнительно получает объемную скидку 180 гривен. Уже за свой уровень, и его уже поздравляют, и он уже практически успешный человек. Поэтому дальше каждому новичку, который пришел, нужно показать эту выгоду. И для тех, кто готов спонсировать, да, а каждый новичок, который просто, вот я спонсор, да, и сейчас мне нужно провести новых 3 человека, ну, это план, в любом случае, я хочу сумку, и я хочу провести минимум 3 человека, да, и мне очень нравится, что компания добавила для наших новичков подарки, лаковая помада, набор для бровей или туалетная вода Элви, все классные подарки, помады, набор и Элви, у меня все есть. И, естественно, если я приглашу свою подружку, она купит здесь подарки, она получит 50% скидки и вот такие один из 2 подарков. И в сумме получается выгода 680 гривен. А 75 баллов – это 750 гривен, то есть то на то и выходит. Поэтому об этом просто надо начать говорить, надо начать рассказывать, неважно, да, важно сколько. Сколько раз вы об этом расскажете. Естественно, каждый человек, который приходит к нам в команду, есть люди, которые, может быть, не участвуют в стартовых программах, не делают 150 баллов, да, хочется какую-то морковку для них. И для этих людей у нас еженедельно проводятся розыгрыши наших подарков, да, каких-то продуктов с компанией Oriflame. Для чего это сделано? Для того, чтобы... Потому что человек, в принципе, может пойти купить зубную пасту не здесь, а пойти купить зубную пасту в другом магазине. Но если он видит, что купив сейчас, сегодня здесь зубную пасту, он может еще выиграть себе любой из этих подарков. Естественно, у человека больше интереса разместить заказ с этого каталога, поэтому наши потребители остаются у нас и им постоянно получают какие-то подарки, а эти подарки, если перевести, это уже деньги, дополнительный доход и так дальше. И поэтому мы таким образом поощряем наших потребителей за то, что они у нас в команде, за то, что они вместе с нами. И что у нас для потребителей уже, естественно, люди ленивые, людям, они посмотрели каталог, и в каталоге, согласитесь, каждый ваш новичок, когда смотрит каталог, он говорит, да, все дорого, я не хочу ничего. Поэтому у нас есть команда менеджеров, команда лидеров, которая уже специально подготавливает готовые подарки, да, выбирая самые классные предложения, самые качественные продукты, самые ходовые, можно скомпонировать, да, эти предложения с каталога аутлет, из каталога Oriflame, да, чтобы это было в наборе намного дешевле, чем просто человек это смотрит, да. И вот, пожалуйста, показав своей знакомой подружке, да, ты можешь купить с каталога таких 3 подарка своей
своим родным, да, и ты уже и себе там что-то еще, да, и у тебя уже есть заказ на 75 баллов. То есть максимально раскладываем все планы по кусочкам для того, чтобы человек понимал, что это очень легко, и за это все можно получить классную выгоду. Поэтому все много разных наборчиков делаем для того, чтобы человек увидел, о, класс, а я в каталоге и не видел, что тушь такая в этом каталоге по такой скидке, да. Ну, люди не видят, им нужно показать, рассказать. И вот приблизительно привела просто план, как сделать прирост 1000 баллов в каталог, да. Ну, берем, ну, как вообще планировать, берем план на каталог. Вот, например, у нас был 12-процентник, и он хочет 15 стать, да. То есть берем баллы каталога номер 2, это было там 1050 баллов, да, и делим на бак каталога номер 2, это было 14 участников в команде, да, то есть и выводим средний балл. Средний балл получается 75 баллов, и мы хотим в этом каталоге 2000 баллов, мы делаем 2000 баллов, отнимаем баллы каталога номер 2, получается 950 баллов нам нужно сделать прирост. Сейчас средний балл, ну, в любом случае, это средний балл и человека, и сейчас акцентируем всех на средний балл 75 минимум, потому что, ну, смысл сделать 50 и не получить подарки по компании «Эволюция красоты», поэтому акцентируем на 75. Получается, 900 баллов разделить на 75 баллов, это 13 человек команды для того, чтобы достичь цели 15%. 13 человек и... Как можно расписать, да, если это 12-процентник, у него уже есть партнеры. И если взять на одного партнера минимум 3 квалифицированных рекрута, да, то есть 13 человек делим на 3, это по 75, получается, в команде 12-процентника нужно найти 4 спонсора, которые приведут по 3 новичка на акцию. Ну и, естественно, если таких нету у новичка, ну, у вашего менеджера 12-процентника, если у него нету партнеров, которые приведут по 3, да, которые заинтересованы в своем росте, тогда менеджер берет этот весь план на себя. Поэтому и смотрите, как привести 3 квалифицированных рекрута, да, это 10 стартеров, в любом случае 10 зарегистрированных людей, чтобы... Может кто-то разместить заказ там 3 балла, кто-то не разместить, потом позже разместить, кто-то вообще не разместить. Это есть у нас, да, такая статистика. То есть с 10 зарегистрированных человек будет 3 квалифицированных рекрута. Чтобы вывести 10 регистраций, это нужно 40-50 встреч по телефону, по скайпу, на вебинаре и так дальше, да, встреч, возможности Oriflame. И 50 встреч, если провести по телефону, 50 встреч делим на 15 дней. Вот это для того, этот просчет, чтобы расписать, что делать каждый день, чтобы придвинуться к цели 15%. И вот мы расписываем, да, что нам нужно делать каждый день. 50 встреч разделить на 15 дней в каталоге. Это 4 встречи в день нужно проводить. И тогда, естественно, мы пишем план, как я могу 4 встречи в день провести. Одна встреча по телефону – это 15 минут. Понимаем, что провести 4 встречи в день – это час в день на встрече. Но остальное время нам нужно найти людей, взять номер телефона, вывести на встречу. То есть и понимаем, что нам нужно минимум... Почему делаем на 15 дней? Потому что берем каталог 15 дней, потому что есть выходные и так дальше. 15 рабочих дней в каталоге, поэтому делим на 15. Я могу делить и на 21 день, потому что я провожу встречи и выходной. Но в среднем делим 15 дней рабочих. И получается, что мы рассказываем человеку, настолько, насколько просто он может получить эту цель. Да, за 15 дней можно достичь цели 15% с уровня 12%. Если он каждый день начнет проводить по часу в день встречи, да, а остальное там 2-3 часа просто рекрутировать или выводить людей на встречи, да, можно и за 2 часа найти себе 4 звоночка и провести. То есть планы очень минимальные. Мы приглашаем изначально на работу, в начале работа там 2-3 часа, потому что на рекрутинг можно... эффективно 2-3 часа тратить и достигать этих целей. Дальше уже у нас рабочее время немножко расширяется, потому что нужно уже сопровождать команду. Но изначально 2-3 часа в день и легко можно достигать этих целей. Поэтому секрет успеха прост.
И очень многие ждут, ух ты, шик, волшебную кнопку. Хочу сказать, ее нету. Вот она, да, волшебная кнопка. Просто не хотеть этого, а делать. Если вы не сделаете, никакой спонсор, никакой приглашающий спонсор за вас это не сделает, да, это нужно сделать вам. И тогда вы получаете очень много выгоды. И, естественно, когда вы туда пришли, уже к уровню директора и к премиям, и к доходам, ну, отсюда не хочется уходить. Здесь классно, здесь комфортно, удобно, и я не могу просто так молчать об этом. Я рассказываю, чтобы как можно больше людей почувствовали это счастье, да, которое есть у нас, да, и ваш успех будет измеряться количеством людей, которых вы сделали счастливыми. Поэтому самый первый совет: не думайте сейчас за то, как вам получить 2000 гривен премии, а подумайте о том, кому вы можете помочь сейчас, чтобы люди у вас до 9 каталога получили премии по энергии роста. И чем больше людей вы это расскажете, чем больше людям вы поможете, тем больше будет ваш успех. Однозначно будете на банкете директоров, менеджеров и на конференциях. Такое было выступление. Если есть вопросы, можете задать, но я так смотрю, вопросов нету. Один вопрос был, я ответила. Отлично, ну что, Ирина, благодарим вас за выступление, за ваши расчеты, за то, что готовы делиться, за то, что готовы показывать свои какие-то фишки в расчетах. И реально я понимаю, что вы эту презентацию начали с того, что никогда раньше планирование не приносило такого удовольствия, как сейчас, и сейчас я вижу, что вы реально большой специалист в этом деле, и у вас есть чего получиться. Поэтому благодарим вас, спасибо большое, вам новых достижений, закрытие нового звания, и открытие следующего обязательно уже в этом году. Спасибо большое. Спасибо большое, всем успеха, пока-пока. А мы продолжаем дальше, и я уверена, что следующий спикер уже готов поделиться, да, информацией, которая... которая она приготовила, потому что следующий спикер...